Одна тут живешь? Ага, одна денешенька. Духи не беспокоят? Пытались. Теперь у дороги спят. Где драться училась? Дома, у моего папки, у Курка и старших братьев. Есть что-нибудь интересное? Сейчас нет дома. Это Ви. То есть он приходил только на один раз? Эмма как та неверная жена, которая заявляется к тебе в тюрьму, чтобы успокоить свою совесть. А потом пропадает в неизвестном направлении. Что-то вроде того. Джонни бы 100% оценил метафору про тюрьму. Керри, у тебя что-то случилось? Есть работа. Я почему-то подумал, что тебе идеально. Идет.
У нас тут остались дела. Тяжелый день. Что ты продаешь? Мне нужен имплант. Ну и... Что и? Вы рипер или нет? Да, для своих. Ваш труд будет щедро оплачен. Да ну! Насколько щедро? Мне бы шмотку крутую подобрать. О, ты пришел.
Ты из вудуистов? Не задавай таких вопросов. Это опасно. Подруга, где ты себе так? Без сладкого сыра не бывает. И за красивые глаза никто ничего не делает. А ты думала, я правда? Ты куда ждёмся, Соти? Не обрадуется. Будто он сейчас радуется. Ты здесь впервые? Вопросы засыпку. Нахера сюда приходят те, у кого столько хрома, что тягать железо уже нет? Покажи, что у тебя есть на продажу. Проверяют, сколько они смогут выжить? Нет, Чумба. На самом деле это атавизм. Атавизм? Ага. Я про это читал. Риппер может из тебя... Проблем больше не будет. Закрыл там, где солнце не светит. Да, в одиночестве наверняка. Забудь, короче. Хочу закупиться ли... Выбирайте, что хотите, из того, что вам по карману. Что-то случилось? Thank you.
отпустил. Мне нравится твой стиль. Что значит «пожалуй»? Не «пожалуй», а «конечно». Пора наряжаться и блистать. Мне бы... Это можно.
Мне кое-что нужно. Кое-что? Выви, прошу вас в машину. Окей. Добрый день, Ви. Я Джефферсон Пиралис. Ты уже говорил с моей женой, Элизабет. Очень рад, господин Пиралис. Госпожа Пиралис? Давай мы будем на «ты». Моя жена разбирается в людях. Она сказала, что мы договоримся. Теперь я понимаю, почему. Итак, в чем заключается работа? Картер, поехали. Элизабет? Как ты, наверное, знаешь, мэр Люциус Райан недавно скончался. Мы хотим узнать, как это произошло. Громкое было дело. Разумеется. Пресса жила этой новостью много недель. Это ведь их заработок. Так вы думаете, они что-то упустили? Есть основания предполагать, что да. Вроде следствие по делу уже закрыто. Разумеется. Полиция очень быстро доказала, что смерть наступила по естественным причинам. Райан умер дома, якобы отказ кардиоимпланта. Но нас настораживает нападение киберпсихопата в мэрии за несколько дней до этого. По версии полиции, эти события никак не связаны. Вот какой вопрос. Эти ваши подозрения как-то связаны с грядущими выборами мэра? Разумеется. Если Люциус Райан был убит, то мы должны это знать.
С чего вы взяли, что в полиции ошиблись? У вас есть улики? Незадолго до смерти Райан задумал урезать бюджет департамента полиции. Возможно, это кому-то не понравилось. Нам удалось найти брейн-дан с нападением киберпсихопата. Наш начальник охраны не нашел ничего подозрительного. Но нам нужен кто-то, кто хорошо разбирается в брейн-дансах. Это необработанная запись. Брейн-данс надо вернуть на место сегодня же. Иначе у многих будут неприятности. Если согласишься помочь, можно сразу и посмотреть. Откуда эта запись? Это было публичное выступление. В таких случаях запись – стандартная процедура безопасности. После нападения она была изъята полицией как доказательство. Пришлось приложить немало усилий, чтобы ее добыть. Хорошо, посмотрю, что можно сделать. Замечательно. Будем тебе признательны, если хоть как-то сможешь прояснить ситуацию. Ну и что у нас тут? Это я хочу спросить, что ты тут делаешь? Но это ведь и мой мозг, правда? И в этот раз не надо снимать жопы тёлочек. Все внимание на мэра, понял? Это официальная запись, и выглядеть она должна соответствующе. Кто такой этот Холд? Понятия не имею. Для меня они все на одно лицо. Пресс-конференция за 3 дня. Не понимаю, чего ради мы собрались? Вот поэтому я мэр, а ты нет. Сейчас особенно важно быть на виду. Иногда надо и отдыхать. Отдохну вечером. Номер во дворе Алой Королевы готов? Да, конечно. Хорошо, ну все, иди. Надо Двор Алой Королевы. Тебе это о чем-то говорит? А, где в крокет играют и розы красят? А потом королева такая... Голову ему долой! Короче, так бы и сказал, что ничего не знаешь. Репетировать. Произошло буквально, как только они ушли. Выглядит, как будто это было задумано. Или псих просто улучил момент и воспользовался шансом. Не впадай в паранойю. Минутку, подождите здесь, пожалуйста. Дальше нельзя! Риверворд, полиция. Полиция. Впускаю? Пусть подождет. Это важно. Мне нужно поговорить с начальником охраны мэра. После конференции. Его имплантами можно хромировать полгорода. Наверняка все так и было. Тело пропало из морга, никто ничего не видел. А потом какой-нибудь коп прикупил себе новую тачку и пижонские шмотки. Ты этого копа за руку ловил? Или так, треплешься? Да я уже столько в жизни видел, что мне не нужно никого за руку ловить. Люди не меняются. Ну, то есть треплешься.
Коп хотел, после чтобы... После конференции. Ну да, что он встанет в очередь желающих лизнуть жопу Райну. Что за мелодия? Не узнаю. Мелодия? Которую он напевает. Я бы не назвал это мелодией. Поет и поет. Терминал завис как раз в тот момент, когда он проходил через рамку. Это не случайный глюк. Ну, бывают и более удивительные совпадения. Например? Например, трахнешь тёлку и её сестру в один и тот же вечер. А потом выясняется, что не обе монашки. С тобой правда такое было? Нет. Ну, могло же. Так, так, так. Что ты думаешь? У нас паранойя или ситуация и правда подозрительна? Да, как-то все это очень нехорошо попахивает. Хм. То есть подозрения не напрасны. У тебя есть какие-то вопросы? Что такое двор Алой Королевы? Извини, без понятия. Впервые слышу. Кто такой Холд? Заместитель мэра. И его цепной пес. Сейчас он идет на выборы. О чем была эта конференция? Да ни о чем. Райан просто любил выступать перед восхищенными массами и потом на себя по телеку смотреть. Насколько я помню, официальной темой было снижение уровня преступности в Найт-Сити. Райан собирался этим похвастаться. В смысле снижение? Райан объявил Пасифику независимой территорией. Ее статистика перестала идти в зачет города. Ха, ловко. Что известно про полицейского, который спас Райана? Это детектив Ривер Уорд. Хороший малый. Мы не раз с ним работали. Если хочешь с ним поговорить, я могу это устроить. Охранники мэра тоже из полиции? Нет. Все они подобраны Холтом и работают в корпорации. Хотя среди них есть и бывшие копы. У кого-то, кроме охраны мэра, был доступ к терминалу? Только у полиции. Уорд появился так вовремя. Или это невероятная удача, или хорошая информированность. Мне нужно и то, и другое. Неплохо сказано. Пересылаю его контакты. Если что-то еще понадобится, мы поможем. Только скажи. Меня зовут Ви. Я расследую смерть Люциуса Райана. Расследуешь? Ты не из полиции. Я работаю на Джефферсона и Элизабет Пиралис. Будущий мэр разнюхивает обстоятельства смерти предыдущего. Любопытно. Мне уже удалось кое-что накопать. Не менее любопытное. Я собираюсь выпить кофе в мордатом бизоне. Сейчас подъеду.
сказал? Тут, похоже, к тебе пришли. В чем дело? Да, не умный. Нужно поговорить. Есть минутка? Ты, наверное, Ви. Мой напарник, детектив Хан. Спасибо, что согласился со мной встретиться. Ты правда будешь работать с наемником? Я еще не решил, что буду, а что нет. Для начала послушаю, что нового о смерти Райана. Ты опять об этом? Шеф тебе уже сказал бросить это дело. Ты бы лучше его послушал с первого раза, что проблем не заимеет. А не хочешь слушать его? Послушай меня. Я ведь твой друг и добра тебе желаю. И я тебе говорю, бросай. Так я же ничего не делаю. Просто сижу, пью кофе и слушаю сплетни. Ладно, поступай, как знаешь. Я не ввязываюсь. Пора мне. Я и так уже к дочке опаздываю. А вы, ну хоть уйдите в тихий уголок для таких бесед, а то еще подслушают. Ну, говори. Я смотрю, детектив Хан не в восторге от наемников. Не бери в голову. Детектив Хан вообще мало от кого в восторге, кроме своей дочки. Ты хотел поговорить? До покушения ты пытался связаться с людьми Райана и передать через них сообщение. Никола! Что в нем было? Вкус любви! Знаешь что, Хан прав. Здесь слишком хорошая акустика. Пойдем в мою машину. Окей, ладно. Ребята из моего участка задержали Хорвата Вороя. Он стрелял по мусорным бакам и кричал, что у него назначена скорая встреча с мэром. Кого задержали? Питера Хорвата. Психопата, который потом напал на мэра. Его закрыли, но он вдруг потерялся, даже не успев дать показания. И ты решил предупредить мэра о возможной опасности? Просто так? По доброте душевной? Ничего себе. Тебя послушать, так в этом есть что-то постыдное? Нет, не постыдное. Скорее, очень редкое. Только что значит потерялся? Как это вообще могло произойти? Просто. Кто-то не хотел, чтобы в этот день он сидел в камере. И можешь не спрашивать. Я не знаю, кто именно. А теперь я спрошу. Почему Пиралес взялся за это дело сейчас? И почему неофициально? Я думаю, он пытается дискредитировать Холта. Считает, что Холт в этом замешан? Не знаю. Но даже если нет, убийство мэра бросает серьезную тень на его заместителя. Может быть, он просто боится. Не хочет занимать кресло, с которого уносят ногами вперед? Я бы тоже не хотел. Ты знаешь, что такое двор Алой Королевы? Ничего не слышал? Может, и слышал, может, и знаю. Но как это связано с Райаном? В день своей смерти он туда собирался. Короче, надо нам встретиться с моим информатором. Насколько я знаю, двор Алой Королевы – это элитный клуб. Где он, без понятия. Информатора спросим. А потом мы поговорим с бабой, у которой работал Хорват. Или можем сразу поехать к ней. Это уж ты решай. Едем к информатору. Клуб – это уже какая-то зацепка. Как угодно. Thank you.
мой человек работает здесь. Ты с ним поболтай, а я подожду снаружи. Передай ему привет от Игоря. Он знает, кто это. Ну ладно, жди тогда здесь. Тебе чего? Добавить огоньку в серые будни или есть какая фантазия? Поможем исполнить любой каприз. Привет от Игоря. Нет уж нахер! Я с этим завязал. Так что можете дружно от меня отъебаться. Бля. Привет, Нил. Отвали. Спокойно. У меня всего один вопрос. Здесь смотреть нечего. Кому сказали? Уматывай. Оставьте меня в покое. Все равно я не буду сотрудничать. Двор Алой Королевы. Дай нам адрес, и мы уйдем. Да, да, как в прошлый раз. А потом ко мне пришли, переломали все пальцы. Это было без меня. Сейчас я здесь, и я обеспечу тебе защиту. Если кто спросит, мы нашли адрес в кармане у мертвеца, выловленного из бухты. Ладно. Клуб находится за чертой города, у реки. Район Бонита-стрит. Ты там был? Я туда доставлял товары. Иногда привозил рабочих. И вообще не знаю, чего вам там разнюхивать. Клуб пустой. Закрыли лавочку. Закрыли? До смерти Мары Райана? Или после? Вроде сразу после. Спасибо, Нил. Охуенно везет. Ну и ну. Расследование сдвинулось с мертвой точки. Выглядит перспективно. Но я бы еще заглянул на рынок. Рынок? К женщине, у которой работал Хорват. Я тебе говорил о ней. Не стоит бросать этот след. Поедем сразу в клуб. Мне кажется, что это верный след. Ну ладно, доверимся твоей интуиции. Поедешь со мной? Хорошо, давай. Давай, Ви! Это район животных. Да я уж вижу. Ты кого-то из них недавно закрыл? Нет, недавно нет. Но они вообще не фанаты копов. Я туда не могу войти без ордера. А вот ты... Ага. Хорошо. Будем на связи. Говори, если что найдешь. Так, а это что? Обычная мастерская. Все в порядке?
Меня засекли! Обычно не врет, слишком труслив. Значит, этот клуб где-то здесь. Скорее всего, в этой мастерской. Или под ней.
Кто-то очень старался замести следы. Что нам надо искать? Попробуем найти кабинет министра. Какой в каждом пункте? Наверное, это и есть кабинет. Нам нужны их компы. Это в самую первую очередь. Да. Окоченел уже. Смерть наступила явно больше часа назад. Карты травмы при себе нет. Думаю, он намеренно ее где-то оставил. В таких клубах не любят, чтобы экипаж травмы высаживал двери в самый горячий момент действа. Похоже, сердце. Избыток острых ощущений, если понимаете. Окей, да, давайте так.
Коронер найдет его дома. Что писать, я надиктую. Умер во сне, тихо, как младенец. Парни его уже выносят. Да нет, никто его не увидит. Точно. Да, да. Все сделаю и перезвоню. Знакомое лицо. Где я его видел? Ви, мне сейчас не смешно. Думаю, все, что надо, мы видели. Идем отсюда. Я тут еще осмотрюсь. Как хочешь. Но, по-моему, это пустая трата времени. Черт, Ви! Ты живой? Ви, ты меня слышишь? Дышим. Спасибо, что кинулся мне на помощь. Не за что. Как себя чувствуешь? Жить буду. Что это было? Похоже, Райан умер не от сердечного приступа. Я сразу так и сказал. Но... Вирт был зараженный. Вот так он и погиб. Черт. Похоже, ты прав. Давай, Ви. Ладно, дельтуем. Вроде я тут видел еще один выход. Смотрю, с той же компанией. Заткнись, Гарольд. Я знаю, что ты сделал. Я не спрашиваю, почему ты это скрыл. Не спрашиваю, зачем дал себя в это втянуть. Я хочу знать одно. Кто отдал приказ? А какая разница, Ривер? Почему тебе это так важно? У тебя совесть чиста, можешь спать спокойно. Знаешь почему? Потому что я взял всю ответственность на себя. Ты понятия не имеешь, как в этом городе что работает. Веришь в дутые лозунги, пустые фразы. Думаешь, они что-то значат? Это все трёп один. Эй, что ты на меня так смотришь, наемник? Ты знаешь, что я прав. Ты меня в это не втягивай. Меня не интересует ни политика, ни разборки внутри полиции. А что тебя интересует? Хочешь, угадаю? То, за что больше платят. И это нормально. Я не удивляюсь и не осуждаю. Мы просто ищем свое место и путь в этом проклятом городе. Все мы. Ни хрена ты обо мне не знаешь, так что можешь не гадать, чего я ищу. Только давай без обид. Ви, я благодарен тебе за помощь, но это не твое дело. Я сам разберусь. И как разберешься-то? Арестуешь меня? У меня есть запись, есть мотив и есть твое признание. Так что могу и арестовать. Но в этом нет смысла. Можешь даже не говорить, кто отправил тебя заметать следы. Я и так знаю. И раз тут начальство замазано,
Пойду в отдел внутренних расследований. Они тоже ничего не сделают. Со мной. А вот ты сам лишний раз подставишься. Ехал бы ты домой, Ривер. Поспи, успокойся. Утром будет проще уложить все это в голове. Я лично так и сделаю. Твою мать. Надо было угостить его пулей на прощание. Так всегда надежней. Может быть. Но это не мой метод, Ви. Райна убил Холт. Просто хотел занять его место. Самый банальный мотив. И самый правдоподобный. Использовал полицию, чтобы замести следы. Да, похоже на правду. Только Холту это было выгодно. Сообщу во внутреннее расследование. Этого хватит, чтобы возобновить следствие. Не делай этого, тебя уволят, в лучшем случае. И все равно ничего не изменится. Может, вы правы. Только чхал я на ваше мнение. А ты поедешь теперь к пиралисам отчитываться? Да. Ладно. Я тут пока останусь. Спасибо тебе, Ви. В общем, я уже представляю, что стоит за смертью Райна. Хорошо. Пожалуйста, зайди к нам. Такие деликатные вопросы лучше обсуждать лично. Будем ждать. Спасибо. Знаешь, скажу тебе одну вещь. Вряд ли одной ты ограничишься. Ну, давай. Ничего им не говори. Не дай себя в это втянуть. Это дело как трясина. Неосторожный шаг и провалишься с головой. Я всегда осторожен. Блять, короче, делай как знаешь. Все равно убеждать тебя бесполезно. Привет, Ви. Заходи. Чувствуй себя как дома. Джефферсон скоро будет. Располагайся. Благодарю. Мы рады тебя видеть. Элизабет сказала, у тебя есть новая информация. Я внимательно слушаю. Не уверен, что знаю, что тут произошло. Уверенность вообще большая роскошь, но... Но есть некоторые мысли. По-моему, за смертью Райна стоит Уэлден Холт. Я так и знал. Есть доказательства? Нет. Только сильные подозрения. Нам этого хватит, Джефф.
Нужно быть осторожными, не спускать с Холта глаз. И у... Как и всегда, права. Благодарим за помощь. Вот гонорар. Вам нужно беречь друг друга. Привет. На чем мы Эй, куда? За вход деньги платят.
Тихо. Не вопрос, держи. Над слухом. О вкусах не спорят, Джонни. Так говорят только придурки, у которых нет вкуса. Уж не знаю, за что его хотят грохнуть, но его музыкальные пристрастия уже достаточный повод. Ты далеко? Вход только для VIP-клиентов. Тише, а то разговор будет короткий. А, понял. У тебя заказ на мою голову. Кто прислал? Милитех или Асукага? Может, это то шлепок Дина? А, можешь не отвечать. Сам выясню. Ну, попробуй. Мне даже интересно. А, убей эту суку! Все заплатит!
Что? Да быть этого не может. А старушка-то ожила.
Твою мать, Ви! Это было нечто. Я тут просто как на иголках сидел. Слава богу, данные у меня, а ты еще на этом свете. Все хорошо, что хорошо кончается. Закрываю заказ.
Вывел вас из комы, что вам надо срочно позвонить брокеру. Я пока не отправил. Ну а если серьезно, друг, Чумба, корабль быстро. Ты подождать не можешь? Продавать, продавать, вот продавать. Только не надо мне жалобы строчить, хули с них толку. Заканчивает очередную сессию в минусе. С начала 2077-го капитализация департамента упала на целых 17%. Обидно, все так хорошо начиналось. В 2076-м ее, наконец, приватизировали. Был объявлен амбициозный план реструктуризации. Что-то не так.
всем приготовиться! Деньги летят к тебе.
интересное видео. Клиент готов щедро платить. Что скажешь? Посмотри письмо. Очень на тебя надеюсь. Надо синхронизироваться! Звоню клиенту. Скажу, что мы нашли материал на миску. Твою ж мать! До связи. Слушай, я закрою заказ. Но в этот раз ошибок было многовато. И мне это очень нравится. Истребить.
Бойня!
врут! Отдайся инстинктам! Кажется, тут кое-кто любит нырять. Тут сразу видно, профессиональная техника. Ну ты подумай. Perilous Future. Электропанк? По мне так полное говно. Настоящего мяса с кровью. Приводит к критической ошибке. Чужое дело.
Даже хуже, чем твоя халупа. Ага. Оп, меня сейчас вырвет. Запах чуешь? Из вентиляции. Похоже, из комнаты наверху. Так-так, а это? Ну надо же, неоамфетамин. А ты типа в сортах дури разбираешься по запаху? Как полицейский пес? Ну нет, скорее как сомелье. Уже умер от удушья, причем во сне.
В этом городе мало кто умирает во сне. Повезло парню. Заглянем наверх. Есть у меня подозрение, что вся партия еще там, рядом с вентиляцией.